Всем привет! Дятюр дает прогноз на матч 36-го тура Ла Лиги Осасуна Кадис. Встречаются 12-я и 11-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 7 очных матчах команды 5 раз играли на обе забьют нет и 5 раз на тотал меньше. Осасуна выиграла оба очных матча в Памплоне. Кадис в последних 2 очных матчах Осасуне не забивал. Статистика команд. Осасуна без побед в 3 последних матчах. Осасуна выиграла 2 последние домашние матча и не проигрывает в последних 4 домашних матчах. Кадис выиграл последние 2 матча. Кадис не проигрывает в 3 последних выездах, все они были на тотал меньше. В минувшем туре Осасуна сыграла 2-2 с Бильбао. Команды провели очень веселый матч, уже к 11 минуте счет был 1-1. В середине тайма второго хозяева во второй раз вышли вперед, но Будимир на 89-й минуте точно срезал мяч головой в дальний угол и принес своей команде ничью. Кадис обыграл 2-1 Уэску. Все 3 гола команды умудрились забить в течение 5 минут в концовке первого тайма. Кадис открыл счет после удивительных рикошетов после подачи углового. Ответный гол Рафаэля Висенте получился очень красивым. Мяч, запущенный едва ли не с центра поля от левой бровки, угодил точно за шиворот вратарю. Но хозяева через минуту уже забили второй гол, точнее сказать, забили Гостину в свои ворота. Очный матч первого круга выиграла Осасуна 2-0. Сейчас команды идут в середине таблицы и им ничего не угрожает. Поэтому этот матч можно рассматривать как товарняк с повышенной степенью ответственности. Кадис выиграл 2 последние матча, Осасуна выиграла последние 2 домашние матча. Никогда эти серии у команд не простирались на третий матч. Поэтому тут логично ждать ничью. Скорее низовую, чем на 2-2 или выше. Обе команды свои матчи предыдущего тура отыграли результативно. Это еще больше повышает вероятность низовой игры. Здесь, скорее всего, можно ждать счет в диапазоне от 0-0 до 1-1. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3-32. На обе забьют нет 1-75, на тотал меньше 1-61. Конечно же, вариант на тотал меньше 2,5 будет наиболее ожидаем на эту игру. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.